Вот уже 7-й год подряд в рамках фестиваля «Лето – это маленькая жизнь» на площадках города встречаются поэты, музыканты и их многочисленные поклонники. Программа фестиваля, как всегда, обещает быть необычной и интересной. На этот раз авторские песни исполнят и дети, причем разных национальностей, объединенные в ансамбль «Мировые песни». У фестиваля особенная атмосфера, отмечает и глава Сочи. Ко всему прочему, проявить себя здесь могут и местные музыканты. В Сочи, как известно, есть свое бардовское движение. Этот фестиваль наши сочинцы и гости города очень ждут. Он стал одним из визитных карточек нашего культурного Сочи. За то время, когда мы начали вот заниматься здесь фестивалем, наш город совсем поменялся. Он стал теперь культурной столицей, наряду с тем, что мы олимпийская столица, наряду с тем, что мы спортивная столица, наряду с тем, что мы южная столица. Каждый день у нас либо закрытие какого-нибудь фестиваля, либо открытие нового. Вот. И таким образом город живет такой насыщенной жизнью. Сам Олег Митяев отмечает, что Сочи – это самое подходящее место для проведения столь значимого события в мире авторской музыки. Да уже родной это город. Родной город Сочи, это понятно. Я пытаюсь обменять квартиру сейчас свою московскую на сочинскую. Когда-то очень давно мы с моим товарищем думали, какой город на земле для нас вот самый лучший. Мы тогда выбирали Париж и Тюбинген, есть такой город на юге Германии. Но в конце концов мы пришли к выводу, что самый лучший город на земле – это тот город, где тебя любят и ждут. Вот Сочи именно такой. Фестиваль «Лето – это маленькая жизнь» состоится 27 августа на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Спутник». Начало в 18 часов. Вход свободный.